правительством Оренбургской области запущен целый ряд мер поддержки для экономики и бизнеса, в том числе в условиях сегодняшнего существования санкционного давления на наше государство. Работа ведется огромная, и в частности Министерство промышленности и энергетики сегодня реализует такие меры поддержки, как субсидирование затрат на приобретение нового оборудования для ряда предприятий. В целом поддержано на сегодняшний день 26 предприятий на сумму 350 миллионов рублей. Продолжается активная работа Фонда развития промышленности региона с предприятиями региона по выдаче инвестиционных займов до 50 миллионов рублей на инвестиционные цели под сниженную процентную ставку до 2-3%. Министерство промышленности и энергетики ведет программу по субсидированию рыночных ставок банковских кредитов тем предприятиям, которые сегодня пользуются именно банковскими кредитами. Порядка 9 предприятий получили на сегодняшний день поддержку, и в результате которой снизили банковскую ставку фактически до 4,5% за счет субсидий. И 6 предприятий на сегодняшний день имеют возможность компенсировать банковскую ставку практически на 90%, но в целом она будет не более, чем ставка Центробанка. Не проходим стороной мы и легкую промышленность, и художественные промыслы, народные художественные промыслы. На эти цели также выделяются, пусть небольшие, но финансовые средства для поддержки. Если, например, в прошлом году еще не было такой меры поддержки, как субсидирование приобретения сырья для изготовления народных художественных промыслов, то сегодня на эти средства выделены, на эти цели выделены порядка 2,5 миллионов, но не более 700 тысяч в одни руки. И 70% фактически субсидируется за счет бюджета Оренбургской области.